Приветствую вас. Сегодня у нас опять на разборе проект Flip and Peak. Еще раз напомню вам, что Flip and Peak позиционирует как децентрализованная социальная бизнес-сеть для взаимодействия МСП с потребителем напрямую для наиболее тщательного подбора необходимых товаров и услуг, на которых обеспечивается регулярный спрос. В прошлом своем видео я более подробно рассказывал про данный проект, о всех его плюсах. Мы рассмотрели с вами дорожную карту, команду проекта, ну и так далее. Сегодня же я хотел вместе с вами посмотреть, как же приобрести токены данного проекта, акцентрировать, так сказать, свое внимание на ICO. Ну, для начала, чтобы приобрести токены, вам необходимо перейти на сайт flipandpeak.io. Эта ссылочка стоит у меня под видео, можете переходить по ней. Далее нажимаем «Купить FNP токен». Теперь, что мы видим? Ну, во-первых, токены мы можем приобрести за различные, как криптовалюты, так и фиат. Это биткоин, эфир, лайткоин, лэм, также даш и доккоин. Еще раз напомню вам, что токены FNP — это токены на блокчейне эфириум. И давайте же посмотрим, как приобрести токены. Допустим, мы хотим купить их за эфир. А вот эта цена одного токена за эфир, она составляет 0,0005,5 эфира. Ну, здесь вот мы видим калькулятор. Допустим, мы хотим купить на 5 эфиров. И за это мы получим 8831 токен FNP. Далее нажимаем «Подтвердить детали сделки». Я согласен с условиями продажи. Подтверждаем сумму вклада. Нам необходимо войти или зарегистрировать наш аккаунт. Давайте сделаем это. Здесь мы пишем наш электронный адрес, также пароль, подтверждаем пароль и телефон. Сейчас я все заполню и вернусь к вам. Вот я все заполнил. Далее проходим капчу и нажимаем «Создание учетной записи». Все, мы создали наш кабинет инвестора. Здесь у нас есть наша реферальная ссылка. Мы можем приглашать друзей к приобретению токенов. За это будут бонусы. Также курсы. Нам надо подтвердить наш профиль, то есть это заполнить proof of address, также паспорт. И также здесь мы можем вписать наш кошелек эфира. Это должен быть наш кошелек после того, как пройдет ICO проекта. На этот кошелек нам придут токены, так что обязательно пропишите его. Ни в коем случае не используйте кошелек биржи, а используйте именно свой кошелек, от которого у вас есть все данные, то есть joins файл и ключ. В противном же случае вы просто-напросто потеряете свои токены. Давайте посмотрим. Так, вот, допустим, мы хотим приобрести токены. Нажимаем «Купить токены», выбираем эфир, 5 эфиров. Далее подтвердить сумму вклада. Вот кошелек, на который нам необходимо отправить наш эфир. То есть это 5 эфиров, как мы ввели до этого. Отправляем на этот кошелек. После этого в нашем личном кабинете у нас появятся токены FNP. Ну, конечно, вывести мы их пока не сможем. Мы сможем вывести их
после ICO, окончания ICO. Поэтому, если хотите приобрести токены, то в этом нет ничего сложного. На этом я завершаю свое видео. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!